это «Ночной контакт». Здравствуйте. Ребята, топ 3 странных новостей на этой неделе. США выставили на продажу город Тумсборо. Странное название. Об этом сообщает NBC Нью-Йорк. В общем, за 1,7 миллионов долларов покупатель получит во владение жилые дома и все городские постройки. Ну, интересно, знаешь что? Мне интересно, а город вообще с людьми продается? С людьми я бы купил. Знаешь? Я вообще просто людей давно хочу купить. Да, рабство отменили. Вот. Если для этого нужно город покупать, в принципе, я готов. Потому что я считал как-то, вот, один человек, если его продавать на органы, стоит минимум 150 тысяч долларов. Вот. Ну, ты, может, 110. Вот. А я, в принципе, бесплатно. Но новость номер 2. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Нижней палаты парламента дуэльный кодекс Российской Федерации. В самом кодексе содержится более 80 пунктов, которыми регламентируются различные формы дуэлей, в частности, на пистолетах и саблях. Знаешь, мне вообще с моей фамилией не очень нравится тема с дуэлями. Вот. Ну да, у тебя фамилия Пушкин, тебе это противопоказано. Люди и так знают, что у меня фамилия Пушкин. Что ты говоришь об этом? Вот. Вот, а вообще, ты знаешь, что я подумал? То есть получается, да, то есть убийство в дуэлях не будет уголовно наказуемым, получается? Тогда все понятно, просто будут оформлять задним числом все. Типа, это была дуэль, но вы сбили его на машине. Ну, это была дуэль на машинах. Но он шел пешком. Я сам удивился его выбору. Нечего добавить, потому что есть еще одна потрясающая странная новость. Ольга Бузова в своих социальных сетях показала куртку собственного дизайна, на которой красуется надпись «Вторая после Путина». Слушай, мне кажется, единственный, кто может купить эту куртку, это Медведев. Его даже не смутит, что там вторая, знаешь. Слушай, я хотел бы с тобой поговорить. Куда ты уезжал? Скажи? Я уезжал в отпуск. Я могу себе устроить отпуск прямо посреди рабочей недели. Нет, это нормально, да, ситуация? Человек две передачи отвел и сразу же уехал в отпуск. Тут, значит, две проблемы. Либо тебе много платят. Вторая проблема, ты что хочешь, то и делаешь. То есть ты посчитал, что надо уехать, а Ярушин здесь оставайся и работай. Слушай, ну вообще я потом смотрел программы с тобой, конечно, я понимаю, зря я тебя оставил. Ты не те программы со мной смотрел. Программу, да, ты такое дерьмо творил. Саш, ты вообще, там была какая-то девочка, и ты с ней, ну если не знать, что между вами шарик, ты ведь ее пялил, по сути, прямо тут. Ты вообще знаешь, ты вообще когда-нибудь говоришь такие фразы, типа, нет, я не буду этого делать, Стас. Ты вообще жене показываешь эти выпуски? Я жене показываю, но передачи нет. Нет, да. Ну вот покажи ей передачи, и ты перестанешь показывать жене вообще все остальное, потому что... Вот что делает зависть с людьми, да, которые уезжают, но все равно хотят быть здесь. И рыбу съесть, и в передаче поприсутствовать. Как здорово, что меня не было. Как здорово. Ты где был, в Испании? Я был в Испании. На самом деле, вначале думал в Солсбери поехать. Так, вот. Ой, как интересно, да, так. На шпиль посмотреть. Так. Вот. Но я с девушкой ехал, а, как я понимаю, в Солсбери лучше с парнем. Поэтому решил, в следующий раз, когда с тобой поедем, обязательно заедем на шпиль, так сказать, тебя посажу. Обязательно с тобой съездим. Если ты хочешь на это посмотреть, обязательно посмотришь, чтобы ты сейчас успокоился и больше не говорил. Ребята, у нас в гостях классный актер, мой друг Александр Мартынов. Встречайте! Как твои дела? Расскажи, пожалуйста, я тебя сейчас правильно представил, потому что мы с твоей фамилией уже тут с ума сходим. Ты сейчас Мартынов? Я по документам все еще Стекольников, но я взял псевдоним. Я вернул родовую фамилию. Так. Мартынов.
А был ты стекольником? А был стекольников. Ну, то есть, и очень была хрупкая у меня жизнь. Просто я рассыпался на части раза в два в год. Расскажи свою историю, почему ты поменял фамилию? Нам это очень интересно. Мне особенно, потому что вот я эту историю уже сейчас буду слышать пятый раз. Костя не слышал, и люди, сидящие в зале, не слышали. История такая. Мой дед в 30-х годах с братом поменял фамилию. Почему? Неизвестно. На Стекольникова. Хотя он был Мартынов. Так, это все? Это все. И у мамы тоже была фамилия Мартынова. То есть у меня и папа Мартынов, и мама. Опа. Я думаю, елы-палы, давно пора менять все. Блин, я понимаю, если бы ты сказал, я вот взял ипотеку и думаю, слишком до хрена выплачивать, и поменял фамилию на Мартынов. Для тех, кто не понял, и для тех, кто не узнает этого человека, это Валек из сериала «Универ». Вы же привыкли так ассоциировать теперь актеров, да? Если ему надеть очки, то он превратится в Ботана. Сань, чем ты сейчас занимаешься? Скажи, я знаю, что у тебя открылась какая-то детская школа актерского мастерства. Да, мы в Питере открыли детскую театральную студию «Горошины». О, какое название! Горошины! Горошины! У нас такие горошины от 4 лет до 45. И у нас старшая группа есть, где приходят тетеньки и дяденьки и получают массу удовольствия. Горошины и горохи. Горохи. И горохи, да, прикатываются. Подожди, в смысле? В смысле приходят люди с 45 лет и получают удовольствие? Педофил ты имеешь в виду? Господи. Ты вообще что там открыл у себя в Питере? Он всегда так шутит? Всегда. Я привык уже к нему, не обращай внимания. То есть послушай, кивни головой и дальше продолжай наше шоу. У нас в гостях, поаплодируйте, Александр Стекольников или Мартынов. Я уже запутался, короче. Я посмотрел твою стенку. Или стена, да, она правильно называется. ВКонтакте. Скажи, пожалуйста, до универа у тебя... Реально все было вот так вот плохо, покажите, пожалуйста. Да, я был аниматором. Кстати, это съемочки, сериальчик был. Я тут, между прочим, старший лейтенант Морозов на спецзадании. Окей. А что, подожди, а что за спецзадание было? Операция «Новый год», поимка злостных преступников, клофелинщиков. А, то есть ты, как я понимаю, ну, вправо лицом, да, вот это вот... Я стою на руках, штучка, не видишь? Я на руках стою, ты видишь? А, еще круче. Хорошо. Прочитав твой следующий пост, я вообще немножко оказался в ступоре. Moscow never sleep. Тут два варианта. Либо ты ошибся... Меня взломали, не читай это. Ты либо ошибся в слове «спать», либо ты имел в виду, что Москва никогда не проскальзывает. Ты что имел в виду-то? Скажи мне, что это? Я сейчас подтягиваю английский, чтобы достичь новых высот. Смотри, там два лайка. Откуда ты это взял? Один лайк по-любому Мутко. Вот. О, Господи. Нашли же, а? И вот твоя цитата следующая, которую я нашел. Актер — это свеча. Или ты горишь, или ты в жопе. Скажи, как актер сейчас? Ты горишь, братан, или ты в жопе? Или ты... Или ты горишь в жопе. О. Наступает в жизни момент, когда ты в жопе и понимаешь, что нужно гореть, чтобы не продолжать быть в жопе. Ну там темно вообще, ну, чтобы понимать, куда двигаешься. Давайте не будем углубляться. Дамы и господа, у нас в ночном контакте, напоминаю, актер Александр Мартынов. Какие у тебя планы на будущее? Что собираешься делать и какие амбиции? Без амбиций в этой жизни, ну, никуда. Амбиции огромные. Я хочу взять «Оскар» и стать первым русским актером, получившим «Оскар». У меня больше нет вопросов. Давайте проводим будущего «Оскара» носа аплодисментами. Пошел вон отсюда, мы тебе завидуем. Александр Стекольников, Мартынов был у нас в гостях. Спасибо, Саня. Идем дальше.
ночи у нас в гостях рэпер Кравц. О! Как настроение у тебя? Нормально? Нормально, хорошее настроение. Ты пока вот сюда шел, я почему-то, знаешь, когда спускался с небес на землю, я почему-то разогнал такую тему. Кравц, это же производная от фамилии Кравцов. Да какой производная? Ты просто две буквы в конце убрал и все. Да. Именно а как так, это да. Правильно? Это же, получается, не псевдоним, это погоняло? Да, называем как хочешь, у меня полный псевдоним Пафнутий Кравц. Павел Кравцов. Мутировал в Пафнути Кравц. А, просто Пафнути, Паф — это затяжка, Ноти — это непослушный затяжчик Кравц. У нас был в гостях Кравц, до новых встреч, мы закончили передачу. Я, кстати, долго думал, что тебя зовут Кварц. Я прям долго слышал, думал, Кварц поет, да. И знаешь, что самое интересное, что твои песни так же убивают микробы, как и Кварц. Кстати, у меня была смешная история. Мне написал чувак ВКонтакте, он писал: «Привет, я Кварц, ты Кравц, мы должны сделать фит». И я такой... А еще прикольно... За имя уже отказал ему. У тебя, знаешь, как прикольно, если назад читать, помнишь, как в детстве читали фамилии все? У тебя был Цварк. Такая немецкая. Цварк. Серый, а сыграй, пожалуйста, это как какая-то немецкая композиция, просто, знаешь. Сделай. Свар! 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 Спасибо, спасибо. О, давай, кстати, сделаем с тобой фит тоже. Давай, ты будешь заниматься горловым гроллингом? Да, ох ты. Наверное, как это называется? Ты начитанный старик. Ну, а у тебя неплохо получается. Серьезно, хорошо было, да? Давайте поаплодируем это. Паш, такая тема. Я сейчас буду задавать под рэповский бит себе вопросы, а ты будешь отвечать на них. Это факты из твоей жизни. Факты из моей жизни? Да. Если ты согласен с этим, то ты говоришь «йоу». «Йоу». Если нет, то ты говоришь «булшит» или что тебе удобнее. «Булшит». Какое модное рэп-слово, я просто не парю в этом. Дай «булшит» хорошо bullshit, звучит. Okay. «Булшит». «Коровье дерьмо». Итак, по-русски поехали так у нас. «Коровье дерьмо» я тебе буду говорить. «Коровье дерьмо»? «Дерьмо коровье». Что-нибудь такое «дерьмо». Нет, «коровье дерьмо» нормально, если это влезет в твой рот. Ну, в смысле, если, если вставится в строчку, то нормально. Да, если ты подрит. Ребята, у нас рубрика «Рэп-блиц». Давай бит, рэп-бит нам дайте. Готов? Всегда готов. Йоу, 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 йоу. Итак, погнали. 3, 2, у тебя скоро выйдет новый альбом. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Ты целуешь портрет Эл-Джея перед сном. Булшит, коровье говно. Ты снялся в комедии выпускной. Было дело. Оу, йоу, йоу, йоу. Любишь танго, обниманго со своей рукой. Булшит, дерьмо быка. У тебя исполнилось 33 года. Булшит, но скоро будет, в принципе, йоу. Ты старый и ломит кости в холодную погоду. Булшит. Поговаривают, что твой первый секс был позавчера. Булшит. Тебя даже не взяли в дом 2. Овца насрала. 90 плюс 5 будет 28. What? Твой любимый певец Евгений Осин. Bullshit. Маленькое я дерьмо считал, большого слона. Я считал, что у тебя, говорят, одно яйцо. Я пропустил второе. Ты не второе. Станешь сейчас мне бить за это в лицо. Нет, нет, нет. Bullshit. Кусок дерьма. Кусок дерьма. Аплодисменты Кравцу, не круто. Не, мало того, получилась просто классная песня еще. «Коровье дерьмо». Если повторять много раз, то это может прям хитом стать сейчас в наше время. Ладно, все, у меня на сегодня к тебе больше вопросов. Все, нет, больше нет так вопросов. Что я... У меня есть вопросы, кстати.
Если у Кости есть вопросы, то значит в эфире рубрика «Пятиминутка Пушкина». Никому не нужная пятиминутка Пушкина. Пошел в жопу Станислав. Паш, слушай, у меня есть несколько вопросов по твоему творчеству. Давай. Вот, я хотел бы, чтобы ты мне обосновал пару моментов. Ты готов? Без проблем, конечно. Отлично. Мне для этого нужны мои помощники. Светлана и Анатолий, появитесь, пожалуйста, тут. Я знал, что тебе по нраву будет Анатолий. Первый персонаж, да? Да. Все, не отвлекайся на Анатолия. Куда эта железячка будет залезать? Да. Смотри, Анатолий. Все, вопросы будут очень простые, да. Смотри, они будут по поводу твоего творчества. Если мне будет устраивать твой ответ, то Светлана будет тебя поощрять. Вот. Если нет, то Анатолий будет наставлять тебя на путь истины. Наказывать. Правила понятны тебе? Да. Светлана, поощрите, пожалуйста, за понимание. Это моя слабость. Татьяна. Это Светлана. Все, Светлана, достаточно, достаточно. Пашка, смотри, в 2013 году у тебя был фит с Гуфом. Да. «Нет конфликта». Вот, и это была прям очень трушная песня. Я прямо, могу процитировать там строчки, да. Тут нет конфликтов, нет драмы, это не пойдет на телеэкраны. Эта игра никому не интересна, только нам и нашим пацанам, верно, тем, да, кто душу не продал. Все верно. Да. В 2018 году у тебя выходит песня «Танго обниманго». Все 100%, да. Скажи, пожалуйста, что под эту песню делать пацанам, тем, кто душу не продал? Им нужно просто быть в хорошем настроении. По-настоящему очень много пацанов респектуют меня за эту песню, потому что они выросли. Теперь у них появились дети, такие же маленькие пацаны, которым хочется ставить что-нибудь типа 0+. Понятно. Анатолий, будьте добры. О, это, кстати, серьезно. Это серьезный Анатолий. Я ведь спросил про что? Не про тех людей, которые расплодились, да, и, собственно, продали душу, а про тех, кто душу не продал. Мне особенно интересно, что им делать под такие строчки в этой песне, как «Я твой мимимишка, я твой мимимиш». Фух! Попробовать расслабиться, настроиться на жизнь, кайфануть от того, что они люди, их молекулы соединены в руки, они могут ими жить. Хорошо, Светлана, спасибо. Будьте любезны, чуть-чуть настроения. Павлу. Достаточно, Светлана. Все хорошо, а то придется звать Анатолия. Так, ты вот сейчас, собственно, записал песню «Глупый молодой на мели». Да. Это твоя лайв, изначально был лайв, да, потом вдруг ты решил сделать из этого композицию. Да. Но она была по-настоящему демкой, я сделал лайв в Инстаграме, подписывайтесь на мой Инстаграм. Да, если хотите, конечно, это не обязательно. ВКонтакте. То есть всегда понимайте, что это не приказ. Вот здесь. Паш, вопрос такой. «Глупый молодой на мели». Про кого эта песня? Я ведь думаю, вряд ли про тебя. Ты же вроде, да, не молодой уже, не на мели. Глупый, да, но это один из трех, понимаешь? То есть это то же самое, если бы тебя звали Елена Анатольевна Крафтс, понимаешь? Обоснуй, Паш. Мне очень нравится, что как ты разъясняешь свои мысли. Хорошо, хотелось бы услышать твои. «Глупый молодой на мели» там специально для дебилов. В куплете потом рассказывается вся история. Девушка ушла, с ней все проблемы. Вот когда мужик думает, вот сейчас она ушла, женщина, ушла я один сейчас, бухну, пойду там в клуб, сниму какую-нибудь красотку себе одноразовую, да, вот ушла женщина. А по-настоящему вот это и есть состояние, которое я описываю как глупый молодой, потому что это такое юношеское неосознанное состояние несформированного семейного человека. Хорошо. Тогда следующий вопрос у меня к тебе. Начинается эта песня с такой строчки. «Темные очки я ношу зимой после семьи». Это что за херня вообще такая? Ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Я понимаю. Я просто к тому, что это для меня эта строчка звучит, так же, как зимние ботинки я ношу летом на шашлык, понимаешь?
Что это такое? Типа, или типа презерватив я надеваю сразу после сразу секса. Сразу после понимаешь? Кормления птиц. Да, я понимаю. Ты одеваешь тебе очки, чтобы скрыть вот этот еще один звездный блеск тебе летит в глаза вот от всех этих передач, всех звезд вокруг, всех этих сучек, шлюшек. Но это же вранье. Себя. Это же вранье. Мы же все понимаем, что темные просто... очки, да, одевают люди, у которых, ну, уже... Зрачки, да, устали от того, что весь день писали песни, да. И, естественно, мы все танцевали. Понимаем, да, зачем темные очки. Но просто мне кажется, ну, носить темные очки в 21 веке, да, чтобы скрыть зрачки, это очень палевно. Да не чтобы скрыть зрачки, не обязательно. Можно скрывать ненависть к человеку. Да? Да. Анатолий, не скрывайте мою ненависть. Да, можно, Анатолий, можно неестественно. Анатолий, вот дай сюда дубину. Дай. Что это такое? Куда я попал? Смотри. Что это такое? Ему платят деньги, понимаешь? Нет, я тебя просил. Кстати. Теперь сам себя ударь. Что это такое вообще? Бьет тут напрасно. Блин. Согласен. Хорошо, давайте идти дальше. Спасибо. Аплодисменты ваши. Давайте идем дальше. Ну и, собственно, последние такие вопросы. У тебя были такие, ну, ты делал фиты, да. Вот, у тебя был фит с Бастой, с Элджеем, с Федуком. Как ты думаешь, зачем это им? Ой, вот здесь ответ очень простой. Ответ очень простой. Вася просто добрый человек, хороший, так. Светлый. От него энергетика очень приятная. И он такой говорит, давай сделаем добрую песню. Мы с ним сделали нашу песню. То есть это он предложил? Не, предложил я. И еще 8 месяцев приезжал на Газгольдер. Ждал, пока тебе откроют дверь. Хорошо. Да. Вот. Потом как-то Вася выходил с семьей. Так. Из дома. Я его там накрыл. Такой, давай, зажигай. И говорит, добро, прояви добро. И он перед детьми и семьей не смог мне отказать. Хорошо. Вот. Хорошо. Я был с ножом. Элджей. Ну ладно, да. Элджей. Элджей вообще, когда мы с ним делали фит, он просил меня, умолял делать фит. Но он еще тогда был совсем никем. Он тогда еще был со зрачками? Он был, да, он был со зрачками, с щеками. Так, хорошо. Ну и Федук. Он был пухленький. Собственно, ну мы все знаем. Федук тоже мы записали еще год назад, до этой всей популярности. Но мы с ним делаем сейчас еще пару песен. Да, и что, он не шифруется от тебя? Не, часто заезжает. Он сам, честно говоря, заезжает часто, дружит со мной. Хороший парень, хороший ответ. Мы просто давно дружим. Хороший ответ, Светлана, поощрите. Спасибо. Так, ну и, слушай, спасибо, Светлана. Паш, у меня последний такой момент. Ты знаешь, сейчас, ну... Происходят такие в нашей стране вещи, нас сейчас сажают за репосты, да, но наконец-то в этой теме, ну, появилась недавно адекватность, вот вчера, да. Например, да, посадили чувака одного за репост твоей песни, вот, ладно, это я придумал. Спасибо большое, Паша, спасибо за ответы, извини за Анатолия, Паша Крафт. В конце лета Кравц выпустил песню «Глупый молодой на мели». Некоторые строчки из песни мы уже слышали. Сейчас только что конкретно их разобрал Костя Пушкин в своей пятиминутке. Ну а прямо сейчас целиком песня «Глупый молодой на мели». Кравц, встречайте. Темные очки я ношу зимой после 7. Глупый молодой на мели, глупый молодой на мели. Выдохлась шампанское, вату голые стены. Девочка ушла, а с ней все проблемы. Я сам себе принадлежу. Приземлился, поджигаю парашют. Глупый молодой на мели, глупый молодой на мели, глупый молодой на мели. Темные очки я ношу зимой после 7. Глупый, глупый молодой на мели, глупый молодой на мели, глупый молодой на мели. Темные очки я ношу зимой после 7.
сердце гусена. 24/7 любовь как гусена. 24/7 любовь как гусена. 24/7 любовь как гусена. Синий, красный, выбирай, выпей эту тайну. Синий, красный, выбирай, выпей эту тайну. Туда верни губы молодой на мели. Губы молодой на мели. Губы молодой на мели. Темные очки я ношу зимой после семи. Глупый молодой на мели. Глупый молодой на мели. Глупый молодой на мели. Темные очки я ношу зимой после семи. Ночной контакт. Увидимся через неделю. Пока.